И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Ага. Хрустит. Лёд хрустит. Ночь светлая. И не полна ужасов, все видно. А он, либо тот другой, либо... Не знаю, что-то фонарик посветился вот там вот, и он перестал светиться. Ой, да, только-только поставили новую замануху. Ну, так я никого не вижу там. Оптики по-прежнему в игре нет. Ни бинокля, ни монокля, ничего нет. Слушай, а мы пистолет где делали? В прошлом времени? В прошлом жизни, да. В прошлом жизни? Да-да-да. Чувствую, у меня пистолета что-то нету. Я тут стрелы начал делать. О, а, ну это ладно. Так, хрен с ним. Я специально не подбрасывал. Да я тоже думаю, зачем он нам нужен, если у нас есть печка. Да. Тем более, она нам жир делает. Вот уже и жира 17 единичек до генератора пойдет. Ну так, да. Тебе еще это надо что-то? У меня еще курочка есть. Да я ж все перья забрал зачем-то. Что-то быстро, походу, уходит мясо. Так... Пистолет, три доски, четыре... А, у нас скрабаш нету. Мы скраб только на печку всю израсходовали. Ага. Вот, обратите внимание, пернатая вышла. Вышла на этот налет и гуляет себе. Сыпа. Где черечки? И ты что не бросил? Уходит, о, зараза. Держи ее, Макс. Это наша еда. А стрела в лед втыкается. Втыкается? О, это хорошо. Значит, она не считается камнем. Систему и... нитрит. И вот не внезапно... Понял, вот внезапно нашелся хлопок. Ну, мы так совсем не то имели в виду. Да, но все равно. Просто там в комментариях писали, что... Что ему попадалась семечка. Я говорю, это самый лучший вариант был. Именно... Семечко, что попалось, а не один, одна штучка хлопка. Вот сейчас посмотрим, что мне попадется. А мне попался один хлопок. Мне не повезло. Это да. Но было такое, что, по-моему, хлопок семечко давали одно. Но это лучше. Намного лучше. Потому что будет три. Когда вырастешь, будет три единички хлопка. А так только одна. Ну что ж, вот, значит, в комментариях там писал один человек. О, за тобой еще и волк побежал. Не да, только... волк нам не опасен, он сейчас уйдет. Ну это да. Вот такую вот систему ловушки для медведя. Блин, он чуть-чуть не зашел сюда. Достал. Ну надо чуть-чуть повыше. Значит, надо чуть повыше. А как он достает? Он достал, только что удар был какой-то. Вот видишь, я двигаюсь, и он вместе со мной двигается. Да, но достать его отсюда нельзя. Нет, достать нельзя, но луком его спокойно можно... А, луком? Можно, вот, луком, вот, да. Встал, да. Именно вот принцип. Он стоит, вот он, тупит, вот ты вот подходишь поудобнее. А, сейчас он тебя будет. То есть вот он тупит, и ты спокойно его убиваешь. Видишь, он переключается на меня. Жалко, что голова не работает. Ну, хедшот я имею в виду. Сколько там? Ну, можешь сверху на него прыгать, бонзай. Бонза... Ну, бонза... Ну, да, только надо, только не так надо делать. Слушай, а я не думал, что на нем сидеть можно. На нем сидеть можно, и я даже на нем некоторое время сидел, пока не упал, он меня не стукнул. Ну да. Так, нам бы сейчас пуму проверить. Блин, а у меня все эти кончились. Стрелы. Вон, ой, кстати, ты там медведь, смотри, к тебе пошел. Да? Да. Да тут ящик, между прочим, да, мишка. Я вижу, что ящик, но мишка. А у меня ничего нет вообще. Кстати, этот дал три куска этого вот. Он бежит? Не-не-не. Он охраняет ящик. Это три куска ливера дал, Макс. Так, он по этой ударил, падла. Да я же тебе говорю, что он достал. Мало высоты. Тут ниже. Вот надо вот сейчас переместим чуток, чтобы он... Мы забегали чуть выше. Ну да, да. А, тут ямка получается. Да, тут а тут возвышение ямка. Из-за этого такая... Так весь сыр-бор. Вот Макс. Спринтер ведет. Убегает от пумы. Поворачивай. Да тут дерево, блин, поставил неудачно.
Так, она пешочком пошла, упала. И не достает. Видишь, вот я встал, и вот так перемещаюсь, и она за мной. Угу, как кукловод. Да, и спокойно можно сейчас вот стрелы делать. Она будет там стоять, как те гвозди, да? Да, давай я отведу на другой конец карты. Ух, слава богу, что на краешек зацепился. Нормально, нормально. Ага. Ну, хоть 4 стрелы-то я могу сделать. Тебе мясо надо? А есть у тебя еще стрелы? Нет, все на медведя пошли. Макс, на тебе мясо. Тебе ж бегать-то. Тоже на самый краешек прицепилась. Вот она будет ждать. На и второе. Б. Ну да, все, это и кошки пошло. Блин, а тут металл внизу, а мне один металл нужен. Где? Ну вон он, видишь, лежит. Да не вижу, где? Вот, 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 я на него смотрю. Вон он. Ты что, не видишь, что ли? Вот он лежит. Ну, под той платформой. Ты что, сейчас она там будет грызть, по-моему, тебя, нет? Да она на тебя ж нагрится. Она на меня вообще внимание. Ты что это делаешь? О-о-о, а, вижу, вижу. Сняла. Ты смотри, она на тебя не реагирует. Ты снимаешь это? Да. А подойди к ней, может, ты ее стукнешь топором? А, нет, она тогда на тебя сагрится. Конечно. А так просто побегать рядом с ней. Ну, сейчас, сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обалдеть. Ручная котейка. О, так и серию можно назвать. Так и серию можно назвать. Блин, солнце заходит, жалко. Ну, с другой стороны, обойди. Да. Тут она... Ой, она что-то начала дергаться. Я специально создаю имитацию. Я же двигаюсь наверху. А, я понял. Ну, стукни ее по жопе хотя бы. Успеешь, ну, сейчас убежать. Зайду сзади. Да, она какая разница, все равно. О! Не успел убежать. Так, ну вот, значит, как писалось там в комментариях, что типа вот, чтобы минимально дерево использовать и первое время, когда у вас ничего не будет хватать, это вот такую скалу, допустим, взять какую-то, любую, может, возвышенность какую-то, ну, желательно, конечно, камень повыше. А так, потолок, получается, ступенька, потолок, еще один потолок. Вот так вот животное за вами бежит, кстати, Макс должен уже вести. Где-то пуму. Да, я уже бегу. Где-то пуму. Да, а, вижу. За мной все бегут. За тобой медведь бежит, не только пума. И, по-моему, и волк бежит. Не, волка нету, медведь пешком, нет, да, пошел. Нет. А пума все несет. Так, я, по-моему, хлопок пробежал. Хлопок? Это непростительно, я сейчас вернусь. Да-да-да, только подожди кошечку. Так, кошечка побежала и... Пью. Ух ты ж, сразу уткнула с носом, упала. Ух, нифига ты, как она прыгнула. Ага, ты далеко не уходи-то. А Мишка где? Мишка вон там где-то гуляет. Да? Ну все, спрыгивай. Иду. И опять и темно. Вот я ее так могу расстреливать прям в голову. А может, я удочкой дам по жопе ей? А ну, а, у меня и наживки нет, нифига. А может одновременно стрелять? А в чё это за мной не... А, ты в неё попал? Я ж в неё сразу стрельнул. Ну, грызанула меня знатно. Ну так нифига себе. Ну, способ такой... Спорный, как бы, но она за много стрел. Ну на, я тебе оставлю под один этот, как его? Патрон? Один удар топором. А, ну да. И тут такой я выхожу, грозный с топором. А я вот так вот еще делаю. И все, и добиваем. Вот вам... То есть желательно поставить так, чтобы было удобно, чтобы не очень высоко. Если даже вы упадете, чтобы не сломались. Ну да, ну, дело в том, что видишь, что получилось. Нету, то Макс, она платформы... сначала шла пешком, а потом рванула. И получилось, что она носом ткнулась в этот... Ну да. И подвисла. Ну у меня как бы они все время проваливались. Я и хотел посмотреть именно, вот ты помнишь, говорил, что она как бы хвостом, который имеет тоже свои пиксели, свою прорисовку. Ну, она да. Как бы... А где ты говорил, здесь Макс, хлопок был?
А, так это ж когда было? А, понял. Это ж уже все. Да, да. А, не, на старом месте не спавнится. Помнишь, мы с тобой аж два раза находили, вот как где у нас там топор и костер. Да, да, да. Ну, как бы вот на той площадке, где у нас еще там платформа появилась. Ну, так вот мы там пережидали. Угу. И мы там дважды хлопок находили. Вот да. Я специально весь октябрь, весь ноябрь бегал там, весь ничего сентябрь. Нету, да. Ну, понятно, что я могу не найти, но мы же там дважды находили. Это рандом. Это, да, это абсолютно ничего не значит. Ну, вот надо же, как она зараза не упала. Да, я первый раз такой, ну как... Тыкнулась прям носом, я думаю, зависла. Нет, так, ну дальше просто смысла нет ставить. Так ты сам не перепрыгнешь дальше. Ну, можно, конечно. Даже если ступеньку поднимешь выше чуть-чуть, и она что же станет на ступеньку, так же сам и прыгнет. Нет, 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 я могу как бы на треть меньше сделать. Ну, допустим, вот так вот. О! Ну-ка. Ну, можно, но можно и упасть уже. Уже стремновато. Ну да, тут такое дело. Ну так оно уже точно не долетит. Так можно вообще делать какие-то квадратики ставить. То есть принцип какой? На квадратик и потом в сторону, она будет бежать по прямой. Ну да, логично. Ну, мне кажется, это совсем лишнее. Ух, я еле долетел. Да, стремно да. Даже. Просто... Ну, это, мне кажется, не нужно. Хотя, в принципе, если наловчиться, то можно будет нормально прыгать. Да мне кажется, вот это вот самый хороший вариант. О, а так ты далеко, нифига, ты же почти платформу перелетаешь. Ты на центр прыгнул, поэтому я на треть-то и убрал. Потому что ты аж прям до центра долетаешь. Ага. Просто меня так не видно самому. Со стороны виднее это всегда. Ну так я ж вон тебе прыгнул, мог увидеть, что фактически достаточно вот далеко летишь. Макс, беги, беги на платформу. Да он может там застрять. Да может. Ох, он тебя саданул хорошенько. Блин, он зашел. Зашел. Блин, да что ж такое. Так, черный медведь. Да, четенько он носом ткнулся. Ничего не ударил, ничего не смог ударить. Ну, спускайся. Ой. Потом поднимешься, посмотрим, как можно на него упасть. Так, ну, ведет он все так же само. Только не бей. Ну, понятно. Теперь забирайся. Так, я просто ракурс сейчас... ловлю, может где-то... Пойдет ну, куда-то снимок. Ладно. Вот дать бы ему сейчас пинка под зад. Да нельзя. Вот теперь я его подвел. Да, я понял. Попробуй на него прыгнуть как-то. О, так это мне надо его переагрить на себя, Макс. У меня есть стрелы. Нет, не переагрить. А ты на него сейчас прыгни, когда он на меня задействован как бы. Может он вообще не дернется, и ты сверху посидишь. Блин, да не получится, наверное, так упасть. Ну сейчас. Ты мне... О, вот так вот, не? Сейчас, сейчас. А если я предстану? Ну падай. Не, я просто упал. Ну не попал, да. Блин, а если я отсюда прыгну на него? А-а-а. Ой, я его повредил. Я его случайно ударил. А сколько снял, не видно? Да ничего ты не снял. Странно. А, подожди, что-то там нету на нем. 180? Или он отрегенился просто? Да, стрельни в него. Да шо ж ты в такого толстого попасть не можешь? О, в жопу его. Так я туда и целился просто. Ну, так. Попробуй сейчас на него спрыгнуть и не дергайся. О, поймал. Я себе вот тебя схватил. Сейчас, по-моему, голову тебе разорвет. Не знаю, он меня просто лапой дергает и все. Нет, он тебе голову и бросил. Вот ты расплюснутый. А меня не показывает это почему-то. Хотя у меня... А ну, Макс, ты пробуй, я еще снимаю. Получается сильно высоко, мы... Ты получается... О,
Видишь анимацию? Вообще-то я, он сейчас меня тоже схватил и пять к себе подтащил. Два трупа под медведем лежит. Два трупа с плоскими башками. Ух! А там посмотришь. О, он уже пятого левела стал. Так, еще одна попыточка. Так, да так, не стреляй пока. Я попробую сейчас сзади на него запрыгнуть. Нет, надо с морды прыгать. Ой, прыгнул. То ли я в тебя попал, то ли в него. А вот и способ с волком. Надо сидеть на самом краешком. На краешке. То есть, если я сейчас сдвинусь, он за мной. Но если вот сюда, то есть на самом краешке, он, да, ты как бы не попадаешь. Но у меня просто стрел нету. Да у меня тоже нифига нет. А блин. Сейчас вот так и стараюсь. А, нет, 4 штуки есть. Так чё ж ты? Так я ж забыл. О. Не, ты подойди к этой. Он же. Ай, блин, я забыл. Студент. О. Сюда идет. Я уже почти убил. А он на меня как-то не реагирует. Что-то он побежал, остановился, идет. Может, ну, я сейчас спрыгну. А, нет, тут 23. Ну, одной стрелой ты убьешь. Ну, стрелой, да. И как раз попаду. О, так теперь и волки так работают. Ну, видишь, это же все равно надо. 4 стрелы. А, еще одна осталась. Надо. 3. Надо оружие, тогда спокойно можно мы выманивать. Пистолет хотя бы. Ну, в первый день пистолета же не будет. Давай. А, мишки-то чё? Или во второй день пистолета может даже не будет. Да, вряд ли. Друг на друга там упадут, блин, сволочи. Ты это снимаешь хоть? Да. Лось, короче, уперся только что в медведя. Когда он вроде бежит за мной. Ой, блин. Бежит. Давай, быстрее. Есть. Так, медведь достал. Лось падла достал. Так. Куда уходишь? А ну стой. Блин. Ты куда это? Алло, аж хрустнуло. Так, надо за ним бежать. Стреляй, может он пойдет на тебя. На краешек встань. Кто, медведь? В смысле лось? Ты встань на краешек. А я понял, сейчас. Так, это чудо. Ты в медведя? Угу. Может он от него. Хрустнуло, хорошо. Побежал на меня. Бляха! Беги! А нога сломана. Ай, я упал. Ох, что происходит? Я трясусь, как не знаю, как будто на. Вон он стоит. Может, я пульну в него. А, надо на край ставить, на край. А попробуй на край стать действительно и стрельнуть. Насколько я накрою? Ну я почти вишу. Ты, падла, попустил свою голову. Побежал. Пошел. На тебе еще раз. Подходи, студент. О, теперь не достает. Так, стой, подожди, тогда я сейчас его сейчас отсюда вызову. И попробую. Подожди, не убивай его. Не, ну хрустит голова. Не, понятно. Подожди, не убивай да его. Да я понял. Смотри. О. Он на тебя пошел. Да он меня, опять на меня заразил. Вернулся. Да нет, зачем? Да я прыгнул. Я не стрелял в него, он развернулся и ко мне побежал. А, блин, скотина лысая. Ты встань в центр платформы, чтобы он тебя не ощущал. Все, он ломанулся за тобой. Ух ты, блин, сейчас он тебя на. А, нет. Показалось, что он тебя сейчас на это самое. Наденет на рога. Ох, ё-моё. А он как раз в прыжке тебя хотел ударить. Где он? Да он. Под платформой. Ты ему все в череп дал. А у меня что-то не слышалось, что было этот звук. Опа.
Я хотел прыгнуть. Так, давай-ка Мишку пригласи, тут где-то медведь я видел. А где он? О, не понял, а где элитное медведь? Элитное мясо. А где медведь? А вот он. Медведь ходит. Так, что у меня с едой? Давай. Так вот. Же попробуй запрыгнуть, ударит ли он платформу. Пошли, пошли, Миха, пошли. Нечего тебе там торчать в дереве. В дереве не говори. Давай, студент. Плавненько заходим. Но если ты упадешь, ты опять беги, пока не научишься. Ну и с ног не сломаешь. Ну, да. О, хорошо, отстал от тебя. Катина, да как так-то? Да как? Макс, значит, он бьет, наверное, когда он еще не долетает до земли, и расстояние еще. Надо еще выше поднимать. Смотри, Макс. Ты там прямо шмаляешь по полной. Ничего, его добить надо. Вот, и сейчас можно спрыгнуть и убить его. Бонзай сейчас будет. Так. Я не попал. Да твою ж налево! А я смотрю, тут за 50, а ты его бьешь. О, как хорошо легли. Так, ну что ж, моя очередь теперь страдать. Ну давай, пошли, студент. Рогатый. Можно было, конечно, его в него стрельнуть. Да, вот можно и Мишку пригласить. Ты сразу? Да, и тут, короче, место такое, действительно, стоять, вот, он подбегает внизу и ничего сделать с собой не может. И ну волчики... Да. Как, он застрял, ты видишь, да? Он остановился просто. Да. Ну, по-моему, застрял. Не-не-не, он пошел уже, просто слишком далеко отошел от него. Ну, ладно, все, уже я нормально, по расстоянию. Давай, гони. Где тут добежать-то? О, попер. Эх. Дураки, если б не останавливались. Да-да. Он подбегает, носом в тебя упирается, начинает атаку, а за это время ты уже отбегаешь. Я три шага делаю за это время. Только допрыгни. Да-да-да. Но если что, ты сразу беги обратно. О, вот он сейчас идет. Ну это вообще идеальный вариант. И все равно он ударил. Ну как? Да ты смотри, как он высоко. Да офигеть можно. Он не может бить. Но он повредился на одну единичку, смотри. От падения. У него 350, а сейчас 349. Он убегает, что ли? Ты что это? А, да, я же на платформе, блин, забыл. Он как волк же действует. Где он? Я его не вижу. Из-за дерева. И он, по-моему... О. Не понял. Вот так и стой. Ты этого медведя? Да надо этого найти. Опа, сквозь морду пролетела стрела, представляешь? Упал. По-моему, он кончился. Кто, лось? Нет. Медведь. Медведь, да.